Добрый вечер всем. Мы продолжаем урок Таня, глава 27. Мы будем чуть-чуть повторить несколько слов, которые читали прошлый урок. 155 страница. 155 страница, глава 27. Она не просто была, она еще есть. Так. Наш человек, наш именинник, который о нем мы говорим сейчас, в нашей главе очень расстроен. Почему он расстроен? Потому что у него появляются мысли, которые он не ожидает, он не хочет. Допустим, он находится в молитву, а в молитву он пытается читать молитва Шма, и посередине, когда он говорит «Шма Исраэл, Адиной Элохейну, Адиной Эход», появляются у него мысли. «Петя, дорогой, а ты покушал сегодня завтрак? А, был вкусный, правда?» Он не понимает. «Я только что говорил «Шма Исраэл». Я должен думать о единстве. А я, мне вспоминается о каша утренняя. Не стыдно? Ему это больно. Он находится в чтении молитвы Амида, и он начинается словами «Всевышний, открой мои уст, и я буду поблагодарить тебя». И он понимает, что он стоит перед Всевышним, поэтому он стоя это читает. И он понимает, что он общается с ним. И когда он думает, когда он должен молиться Всевышнему и просить, что Всевышний будет простить ему о своих грехов, что Всевышний будет освобождать нас из бешенства и принесет нам эра Машиаха, или когда он просит даже о своем успехе в делах, в бизнесе и так далее, у него появляются мысли. А помнишь, Петя, ты видел вчера Мендела и поспорил с ним о 100 гривен? Он говорит, ну что это такое? Ну позже чуть-чуть. Почему сейчас? Почему именно сейчас? Ему это реально бесит. Он не понимает, чего я должен такого получить. Я пытаюсь обратиться ко Всевышнему. И посередине моем обращении ко Всевышнему, ну, появляется вопрос о каше и о 100 гривен. Почему? Был очень известный хосид у Альтер-Ребе, о нем много рассказано, но он стал потом еще и занимался бизнесом. Его основной бизнес был дрова. Он купил лес, отрубили леса, почти как в Украине сегодня. И направили это на продажи на река Волга. Да. И у него был достаточно крупный бизнес, Бенямин Келецкер называли его. Я рассказал недавно его историю. И он был настолько концентрирован в его учении и хасидут, что когда пришло самое критичное время, а критичное время было положить вот этих брусы, вот эти дровами на реку и посчитать, сколько их. Потому что сколько их, столько и платили. И он стоял на берегу река. Его управляющая компания начинает считать дрова. Он увидел, что никто не обращает внимания.
Бениамин, хозяин, да? И начал думать о какой-то маамар, который недавно учил. И когда надо было ставить подпись, утвердить, что посчитали верно, ему дали бумажку, он не додумался и писал: «Никого нету, кроме Бога». Управляющий динамик говорит: «Бениамин, но это же не дело. Но мы сейчас занимаемся бизнесом». Бениамин ответил ему: «А вот так. Когда в молитве думаем о бизнесе, это можно. Но когда в бизнес думаем о молитве, это нельзя». То есть, и человек возмущен: почему я должен получить посередине чтение шма и подумать какой-то о каше, которую я только что ел? Почему так? И он чувствует себя возмущением. Или когда он подходит наконец-то в конец рабочего дня и пытается учиться урок, а мысли летают. Летают о проблемах с женой, летают о проблемах с детьми, о ссор, который был когда-то. Все, кроме учебы. И он чувствует себе возмущение в себе, и он поражен от себя, он просто не понимает, как я такой низкий, такой неудачный, такой не может держать себе в руку, такой не имеешь воли над собой. У него возмущение. Вот это наш тип человек первый. Второй тип человек — человек, который просто работает, находится в делах, у него появляются нечистые мысли, неправильные мысли. Мысли о желании своего, отвлекать его от верного пути. Какие-то мысли. Мысли о некошерной вкусной еде, которую когда-то поели, хочется ему еще раз. Мысли о неразрешенной женщине, которая ему не разрешена. Мысли о всяких разных, которые каждый человек испытывает. И он говорит себе: я же уже давным-давно раскаивался. Я к этому вопросу не хочу возвращаться. Я не хочу еще раз есть вот того, что мне запрещено. Я не хочу искушения, которые я не хочу испытывать еще раз. Мне было достаточно, не хочу больше. Я раскаивался. Почему они посещают меня? Почему они посещают меня? Мы говорили прошлого урока, но важно этого подчеркивать. Этих мыслей не есть только у нас, у грешных. Этих мыслей бывают тоже у бейнони, как человек, который не согрешает, в априори не согрешает, он не готов согрешить. Потому что мысли – это такая вещь, которой нельзя от него избавиться. Единственное, что можно, это заставить себе не продолжать мыслить. Но какие мысли попадут – это уже не наши дела, мы не можем контролировать. Праведник такого не бывает. А у бейнони даже такого бывает. У грешника, конечно, такого бывает. И его борьба – это не продолжать мысли. Но возмущение у него: почему я такой низкий? Почему у меня такие мысли появляются вообще? И мы говорили прошлого урока, что не всегда можно сказать, что мы не виноваты в нашей мысли. Не всегда. Я рассказал историю о Рабиче Дермасмид, который находился в Фарбренген, и через несколько минут он сказал, что: извините, я тут не могу находиться. Нечистое место. И когда уточнили, что это за место, было ясно, что это до недавно
воспользовались под бордел. И когда спрашивали, откуда ему знать, он же не был праведник, откуда ему знать такое? Объясняли, что он знал, на каких грязных мыслях, до какого уровня грязные мысли у него доступны в голову. И какие мысли в априори ему не знакомы. То есть мы понимаем, что мысли, которые мы испытываем, которые мы получаем, которые у нас крутятся в головой, это из нашего зона жизни. Никто из нас не будет мечтать о том, что он никогда не испытывал. Допустим, я никогда не мечтал, как хорошо и классно-то было лететь сейчас в космосе. Может быть и классно, я не знаю, но у меня нету такого приоритета в жизни. Я не об этом не думаю, у меня это не в зона интересов. Может быть, если я был в НАСА, мне попались такие мысли. Но у меня это не в зоне интереса, меня это не интересует. Поэтому такие мысли не попадают. Так же самый Раби Чедер Масмит, у него мысли, которые посещают такое грязное место, не посещают обычной жизни, это не его место. Это не уровень его. Поэтому надо понимать, что уровень очищения тоже важна. Поэтому Рамбам приводит в законе, что надо жить среди правильных людей и убегать из плохих мест. Потому что это очень сильно влияет. Переходи, переезжай. Вот вы нашли синагогу, уже хорошо. То есть получается, что у нас есть двойной вопрос, двойной проблем. Первый проблем – это мысли, которые посещают нас во время, когда мы занимаемся божественных делах. В молитва, в учение и так далее. И мы не понимаем, почему они вообще посещают, почему они мешают нам. Во-вторых, это в жизненный порядок. Да, мы не занимаемся сейчас прям думать о единстве Всевышнего, когда мы читаем Шма, или мы не молимся прямо сейчас к Всевышнему, не стоим перед Него. Но тем не менее, почему у меня появляются желания о грехов? Я не хочу их. Почему они меня посещают? Поэтому я начну читать на святом языке. Вы будете следить на перевод русского версия. ואם העצבוס אינו מדואג סבינס, а если грусть не приходит из грехов, как было в предыдущей главе. Мы занимались о грехов, которые человек делает, а неправильный поступок, который человек совершал. Как тут мы не говорим о грехов? Эла мигурим раим ותאיב שרוי שלא יפלס ממחשבתי. Плохие мысли, плохие искушения, которые попадают к нему в мысли. Если они посещают его не во время службы, служба это означает или во время молитвы, или во время учения Тору, «Эла бишас эской басоков в дерех эрец, вихай гавне». Когда они посещают его, да, во время его дела, он ведет дела на работе, и просто, или когда он готовит еда себе, или когда он одевается одежда, и так далее. Адерабе, ешло ли смоях бехелкой, шаф шенойфлес ли бамахшавтой, умесях дайтемхен, לקיים מה שנאמר ולא יתוסורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זוינם אחריהם. Говорит Ребе наоборот. Не только что нет причина возмущаться и грустить.
что такие мысли посещают нас во время жизненный порядок. Мы должны даже радоваться. Чего радоваться? Потому что есть заповедь. Заповедь, которую мы о нем читаем два раза в день в чтении Шма, в третьей главе про цицит. И мы говорим, и не следите за своих глаза. Да. То есть не надо идти за ваши желания. Надо остановить желания, надо остановить ваше извращение. Извращение — это не извращение в буквальном смысле. Извращение — это любое извращение в моем нарушении закона Тору. То есть мы должны быть готовы бороться против нашей желанного. А кто должен бороться? Праведник? У него такого не бывает в жизни. У него нет таких искушений вообще. А кто есть, появляются такие искушения? Бейнуни, конечно, грешный. И каждый раз, когда появляются у меня такие мысли, вот так было вкусно когда-то, когда ел некошерная еда. Ну, молодец. Пришел, не буду. Рассказано один у больших раввинов, когда начали спросить у него про какой-то еврей, и он хотел что-то отвечать, и начал танцевать. Спросили, а что такое? Он говорит, о, ты спросил у меня что-то наговаривать по другой еврей. Так часто не бывает у меня, что я должен не нарушать закону Тору, а сплетный. Теперь ты меня спросил, я хотел тебе отвечать, я отвергнул моем желание. То есть я должен радоваться, что я не нарушал закон, что нельзя сплетничать. То есть надо радоваться. Это не причина грустить. Наоборот, ты должен сказать, о, появился мысли, вон отсюда не хочу. И радоваться. Тебе дали испытание, ты победил, ты молодец, я хороший, я правильно, я вот выполнял только что заповедь. Надо радоваться. Поэтому объясняет Ребе. «Вейн на косов медабер бецадиким ликроисом зойним». Это точно не идет речь про праведники, потому что у них нет искушений вот, к нарушению заповеди. «Эла бабейнаним». Кайоицепой, похожи на нас. Это такие средники, грешники, которые похожи на нас. Шенойфлим лой, хирурин ниуф, которые попадают к нему иногда мысли извращения, бемахшавтой, бен бехетер, вихулу. Думать о женщине, даже разрешенная ему, просто посерединного не запрещено. Попадает мысли, отталкивай, молодец. Не думал об этом, когда не надо. Мы не говорим о запрещенном. Укшемасех дайтой мекаем лавзе, и когда он отталкивает мысли об этих грехов, амамру разал, сказали мудрецов, йошав велой оваравейро, сел и не нарушал, запрещенная заповедь, но и с ним ло исхар, килу аса мицву. Дают ему вознаграждение, как будто бы выполнил заповедь, как будто бы одевал тфилин, как будто бы соблюдал субботу. То есть, если человек оттолкнул неправильные мысли, пусть подумает себе, что я одевал еще раз тфилин. Я еще раз соблюдал субботу. Я еще раз сел в суку. Я еще раз сделал заповедь. Я выполнил заповедь. И поэтому он должен радоваться за сохранение
себе от нарушения и запрещенной заповеди. К мобикью митцвасаса мамаш. Точно, если бы он сейчас делал позитивную заповедь. А теперь Ребе идет на... Это было положительные мысли. А теперь отрицательные. В адерабе. И более того. Ха-ацвут химигасута руах. Почему он грустит из-за того, что посещают у него мысли? Потому что он надутый. Он высокомерный человек. Он надутый, высокомерный человек. Ты грустишь из-за того, что у тебя посещают мысли о грехов? Ты кто такой? Ты и есть связан с грехов. Чего ты возмущен? За что ты возмущен? Шеной мейкер мекой мой. Почему он возмущается? Почему он грустит? Потому что он не знает свое место. Он не знает свое положение. Валькен ера левавой. И поэтому у него есть грусть в сердце. Ал шейной бе мадрега с цадик шела цадиким бе вадай. Эн ной флем ной миру гаштус. И почему он возмущается? Он возмущается, почему я не праведник? Потому что праведник не получает такие мысли. Киилу ая мекир мекой мой, шорохой кмой мамдрига сацадик, валивай, хойо бейнани велироша кольомов, афилу шоахас, арезой симида сабинин бавидосом, лихбош айецер, ваахиру хоэйле мэалев ламоях. Улаасих дайто легаму ממנו ולדחויסו בשני ידיים כנל. Если он бы знал свое реальное состояние, что он всего лишь бейнуни, и дай Бог, что не будет грешный, то он только радовался, что у него получается отвергнуть своих мыслей, которые приходят от своего положения, от его связи с животной душой, с клипот. Вот поэтому они появляются у него. У него другой выход нет. Есть много таких рассказов, но один из них, ну, просто, это классика, то, что называется. Однажды кто-то пришел к Бааль Шем Тов и говорил, что я наслышан был, я был наслышан, что если человек не говорит 40 дней вообще ничего, кроме правильные слова, правильные слова, это Тору и молитвы, то пророк Ильяу должен раскрываться перед него. Это правда? Говорит ему Бааль Шем Тов, да. Говорит, вот, я вообще не думал никаких посторонних мыслей. Извините, я никогда, вот в этих последних 40 дней, никогда не говорил посторонних словах. Почему пророк Ильяу не появился ко мне? Он говорил, я не понимаю, он говорит ему большой. Ты в это последние прошедшие 40 дней не молился? Он говорит, конечно, молился. А не учил Тору? Конечно, учил. Вот это посторонние слова для тебя. Твои истинные слова – это пожрать. Это сплетничать. Это твои истинные разговоры. Твои посторонние, непривычные. Это Тора и молитва. Об этом не идет речь. Когда твои посторонние – это о материальности, и ты выдерживаешь 40 дней, вообще не говорит о них. Ну, это состояние. Но когда ты и есть посторонний, ты и есть другой, так что ты расстроен? Бейнуни и грешни не положено не мыслить задней мысли. Они должны об этом думать. Есть такая поговорка, смешная чуть-чуть, что до 40 лет, если человек чувствует какой-то орган, когда он просыпается утром,
значит, он больной. А если после 40 лет он не чувствует ничего, значит, он умер. Вопрос, кто свойственно, что свойственно для нас? Для нас свойственно думать, если мы не думаем, наверное, мы умерли. Это не мы. Мы не такие. Мы думаем глупости. Мы хотим глупости. ובכל דחיו ודחיו שמדחיו, и каждый раз, когда он отталкивает мысли ממחשבתוי, так что происходит? Эскафьесит ראחרי לסאטו. Он ломает клипот в нижний мир. Эскафьесит ראחרי, это очень, Ребе пользовался в Мааморим очень много, очень часто. Вот эти выражения. Эскафия ситреахре лесато. Уби сирусо де лесато и сирусо де лейло. Ве эскафия ситреахре де лейло, хамагбио ацмо кенешер лекаем машекосув, им такбия кенешер, мишамо ирдех ну машем. Моиши ифлик базуэр парша струмо дав куф хофхес, бегойден лахасруах лефонов изборых. Что происходит, когда мы боремся с нашей животной душой? Появляется нехорошая мысль, и мы отталкиваем его. Что происходит? Мы ломаем клипа. Хороший вопрос, почему? Давай первое поймем. Мы ломаем клипа. И когда мы ломаем клипа здесь, в нашей низкой, низкий мир, мы ломаем клипа верхних миров тоже. Удивительно, когда мы отвергли желанного наша животная душа в этом мире, один раз, не постоянно, один раз, мы ломаем клипа ситраха в этом мир и через этого во всех верхних миров. Еще чуть-чуть дочитаем. Кад эскафе ситреахро лесато и сталек ико де кучабриху лейло алкулу йосир мишивхо ахро. Висталкусо до йосир микулу. Когда ломаем ситреахро лесато здесь в нашем мире ситреахро, то есть клипот, возвышаем мы Икро де кучабриху, честь Всевышнему, честь Всевышнему, лейло, во верхний миров, всего выше, чем когда-либо. Самое высокого достижения. Удивительно. То есть, когда еврей, простой еврей, у него сейчас появляется желание, купить некошерное мороженое. Вот хочется. Он говорит, нет, не буду. В эту секунду он ломает клипа здесь, и он ломает его всех верхних миров, во всех верхних миров. И честь, уважение Всевышнему возвышается во всех верхних миров больше, чем какое-то либо благодарение. Удивительно. Удивительно, почему так? Я всего лишь не ел мороженое. Всего лишь один раз отказался от мороженого. Всех все лучше, чем мое одевание тфилин. Лучше, чем мое соблюдение субботу. Да, выше всего. Не ел один раз некошерное мороженое, решил не есть. Я ломал клипот здесь и все миров. И возвысил честь Всевышнему. Что такое? Что случилось? Как это можно объяснить? Клипа. Самое важное, что есть у клипа. Самый, можно сказать, центр вот внимания этого клипа, его жизненное обеспечение. Это что? Я главное.
Я главная. Есть Всевышний, да, есть, но я главная. Я имею царство, влияние над тобой. Все, что я скажу, ты будешь делать. И когда я не делаю, я ее ломаю. Прям ломаю. Ну, не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Это так, такой реакция есть не только у клипот. У тоталитарной власти такое же поведение. Что самое худшее у тоталитарной власти? Идти против нее. Ты можешь быть, допустим, в Советский Союз, послушный граждан. Все делать правильно. Только-только попытайся скажи, что Ленин и Сталин были убийцей. Все, конец жизни. Конец жизни. Или только ты будешь все соблюдать. Принесешь гордый СССР. Будешь чемпион мира в любом из направлений. Только скажи, коммунистическая партия неправильная. Все, конец. Конец жизни. Все, закончилось. Это и есть так липот. Кстати, кто еще построен в таком виде? Мафия. Авторитеты. Ты можешь не слушать его. Только не скажи, что я тебя не считаю. Только попытайся сказать ему, что ты для меня никто. Ты не авторитет. Все. Закончил мир. Ты можешь тихо что-то не делать, как я говорю. Но сказать на моем приказе, идите вы, не буду я, все конец. Они сходят с ума. Клипа такая. Она и есть вот эти тоталитарные власти. Она и есть вот эти авторитеты. Она и есть. В чем? Она просит только одно. Я тут хозяйка. Я тут делаю, что хочу. А ты послушаешь меня. И когда ты говоришь, не буду я, ты ломаешь ее не только здесь. Это видно везде, во всех верхних мирах. Ага. То есть не царь, то есть не главный. Борьба, есть проблемы, но не главный. Ты не приоритетный. И тогда мы возвышаем кого? Божественность. Мы понимаем, мы говорим ее, видите, кто хозяин? Он говорит мне, не ест этого мороженого, не кошерное. Я его слушаю, не тебя. Тебя не хочу, а его буду. То есть каждый раз, когда мы, даже грешные, которые делаем ежедневно очень много неправильных вещей, но если мы один раз держим себе в руки и говорим, не буду, потому что Всевышний сказал по-другому, это очень высоко. Очень высоко. Велахен, и поэтому говорит Ребе, «Ал и поил лев одом олов, вло ира левову имя айд». גם אם יהיה כן כל יום במלחום הזו, כי אולי לקח נברו וזויס, אבי דוסה לקף אלס את ריח התומים. И поэтому человек не должен расстраиваться. Даже если этого проблема, борьба постоянная, будет продолжаться весь его жизнь бесперерывно. Она будет постоянно, постоянно, ежедневно, на весь его там 120 лет. Потому что, наверное, ему так суждено от небеса. Он такой человек. Он должен только бороться. Это его честь. Для этого он был создан от Всевышней. Вальзе омар иоев боросорошоим. И теперь мы понимаем очень-очень старый вопрос, который начался с этого книга. В первой главе еще, который был очень удивительный.
Там вопрос такой. Иов, человек, который очень сильно пострадал, и он символ испытания от Всевышнего, да? Говорит претензия перед Всевышнему. Что ты хочешь от нас, людей? Ты сам сотворил праведники, ты сам сотворил грешный. То есть ты сотворил грешный, а потом требуется от них, почему они грешны? Потому что ты так их сотворил. И сразу Ребе задает вопрос, как можно такого сказать? Есть Талмуд, высказывание Талмуда, которое рассказывает, что каждая душа, которая спускается из верхних миров в обычные телесные жизни, перед ее спуск есть ангел, который ее поднимает и спрашивает Всевышний, эта душа, какая судьба будет у нее? Она будет красивая или уродливая, богатая или бедная, удачная или неудачная, умная или тупая. И говорит Талмуд, грешный или праведник, не спрашивая, почему, все в руках Всевышнему, кроме поведения человека. Свободный выбор. А теперь Иов прям говорит, что ты сам сотворил праведники, ты сам сотворил грешники. Как можно этого понять? Ответ вот сейчас дано. Того, что говорит в Талмуде, мы спрашиваем, нарушит этот человек заповедь или не нарушит. Вот это в руках только решения человека. Это и есть свободный выбор. Но будет он бороться за этого, или у него будет душа праведника, которой нет желания грехов, вот это делает Всевышний. Есть люди, как мы с вами, ну, кроме Лейб, единственный, которые нет желания, которые есть у нас постоянно проблема. Мы постоянно хотим что-то какое-то некошерное мороженое. Что-нибудь какое-то. И постоянно у нас есть борьба. Не едим, да едим, не едим. Вот есть такие, которые всяких разных испытаний. И это нечестно. Потому что когда родился Лубавичский Ребе, у него не был вопрос о мороженом. Вообще ни разу. Ни разу в жизни. Такого вопроса не стоял. И не стоял еще много-много вопросов. У него был один вопрос. Желание любить Всевышнему и учить Тору. Уровень достижения у него, насколько он будет высокий праведник. Это служба праведники. Разных всяких, не наши дела. Не наши ваши дела, не наши с вами дела. А наши дела мы понимаем. И наше достижение будет не слушаться животная душа, и слушаться Всевышнему. И поэтому Иов говорит, это нечестно. Ты сотворяешь грешника, а потом требуешь от них. Но нечестно, но такой судьба. Поэтому мы сейчас понимаем высказывание Рабби Вицхока из Бердичева, когда он видел, что есть очень большой претензия перед народом Израиля, перед Рош ха-Шана, и он говорит Всевышнему, это нечестная игра. Если бы ты сотворил мир, что все, что написано в Решит Хохма, из такой книги, Решит Хохма, которая описывается рай и Адам, если ты это показал, вот на деле, в материальный мир, и искушение мира ты писал в книге, то ни одного еврея не согрешил бы. Нечестно. Ты искушение показал нам дело, вот в материальной жизни, а рай и Адам писал в книгах. Нечестно. Я недавно рассказал очень
красивая очень история, которая рассказана про Рабзуши из Анниполя. У него была очень тяжелая жена, очень тяжелая жена. Она постоянно его проклинала, постоянно его дергала, делала ему проблемы. И однако он читал, учился, что плохая или тяжелая жена – это искупление времени в аду, в аду. И он говорил себе, а может быть, все-таки надо экономить здесь с женой, а получить чуть-чуть больше в аду. И написано, что ему показали ад, и сразу начал кричать, Гитл, Гитл, давай проклинай, давай дальше издеваться, не вопрос, у нас нет проблемы. То есть, если показали нам ад, хоть на 5 минут, наверное, мы поняли, что не надо. Мороженое не стоит того и других вещей. Но нам не показывают, мы не знаем. Ну, нечестно. Но, тем не менее, это не меняет суть. Мы созданы для этого служба. И поэтому грустить не за что. Вальзе омар Йев, и об этом был сказано Йов, Боросо решоим, ты сотворил грешный. Велоши ию решоим, и ничто они будут грешники. Он не говорил, что вы делали грешные люди. Нет. Ты сотворил грешников. В душа они грешники, но не в дела. Велоши ию решоим беэмес хазвешоле. Эла... שיגיע עליהם כמייסה רשויים. К ним поступит желание, как обычный грешный. במחשבתום, ואיך מיסלי, ואירורום, они будут думать об этом לבד. Только в этом. והם יהיו נלחמים תמיד. Они будут бороться постоянно. Для чего? להשיח דייתום מהם, для того, что оттолкнут мысли о грехов. Чего они, чего Всевышний это делал? Кедей ле кафью ле ситруахо, для того, чтобы переломать и унижать ситруаха, клипот. Вло юхле леват ло микол вохойл, и они, вот мы, грешные, никогда не можем ее полностью выгнать. Вихкол зе насали, да цадиким, выгнать клипа, уничтожать животного душа, это учат только праведники. Хорошего вечера.